Всем привет, друзья! С вами Пейн, и прямо сейчас я продолжу свое прохождение в игре Спор. Остановились мы еще на этапе... какой там был второй этап? На этапе Существо. Сейчас я уже перешел на этап Племя. И начал немножко зарабатывать пищу. Я здесь... В общем, я объясню сразу, кто не играл. Здесь основными ресурсами является пища, которую ты добываешь... Добываешь, убивая врагов. Ну, как я понял, как бы все пути, которые я увидел, это убивать врагов. Ну вот я этим и занимаюсь пока. И как бы тащу к себе домой все больше и больше еды. Ну, потому что все зависит от этого. Ну, это как деньги, короче, вот. Я пока зарабатываю деньги. И уже сработала Кастена, вот. Появилось новое племя какое-то. И у меня есть два варианта. Либо с ним подружиться, либо начать с ним войну, развязать. Но я думаю... как я сделаю? Я не буду ничего покупать на общение, на что-то еще там улучшать. Я просто предложу им дружбу. Если они сами откажутся, я их изнасилую. Если согласятся, то мы будем дружить. Ну, то есть я как бы особо ничего вкладывать не буду в это. Кстати, вы видите, я уже двух детенышей вырастил. Вот, и как бы... Вот так вот, вот так вот. И, кстати, у них ХП побольше немножко, чем у меня. Но я уверен, что я их завалю. Потому что у них тут взрослых... А хотя нет, они, смотри, что, все что ли взрослые? Рыбак, вождь, гарнист. Блин, а че? Да, это будет сложно, я уверен. Так, хорошо. Там есть еще еда. Сейчас они будут пока что... мои. Как бы их назвать-то? Соплеменцы из племени Пайнята будут заполнять мне склад. Я пока сделаю еще одного. Детеныша, вот он. Развивается, ну, то есть, растет до уже там уровня взрослой особи. Что? Что они остановились? Чё это? У вас же... Чё-то я не понял. У них еда, и они её нет, самое. Не кладут. А, вот. Вот, кладут. Но они раньше сами кладут. Ну, может, баг какой-нибудь, не знаю. 67. Так, смотрим меню. Трубы. Помогут дружиться вам? Нет, я не буду. С помощью каменных топоров легко... Можно легко разделаться с дикими животными и представителями других племен. Но разрушить постройку такими инструментами будет сложно. Ну окей. У меня будут эти штуки. Трубы я ставить не буду. Здесь я уже все купил. Окей. Пока все. 40, окей. Блин, а чё они не кладут-то? Голодные, что ли? Пищу собирай. Бегом. Так, ну я думаю, сейчас мы возьмем все по молотку. Сейчас он кинет. Все берем по молотку. Ну а ты че? Вождь. А, вождю типа не нужен молоток, у него этот, посох. Что это? Еще один вырос. Все, отлично. Эстон. Эстон вырос, отлично. Все, теперь у меня есть 6 полноценных воинов. Идем. Ну, не знаю, в атаку, не в атаку, но... Посмотрим. Идем вот сюда. Кстати, на этапе существо я так хорошо научился воевать, что прям не хотелось переходить, потому что там... Ну, я не знаю, она какая-нибудь там признанная, общая или нет, но... Так, с вождем поговорим. Адрид заинтересована и атаковать. Инструменты позволят ответить на коллективные просьбы. Чё это за хрень? А, это труба. У меня нет трубы. Чё, убить их или? Блин, ну я даже не знаю. Я просто всех убивал. Ладно, Окей, срать, ладно. Сейчас я вернусь. Стоп, а где мой дом? А, это нет, это не то, окей. Вернемся домой.
Хорошо. Сделаем исключение, вернемся домой. Построим эти ссаные трубы. Хорошо. Купим трубы, окей, ладно, купим. Я хочу хоть с кем-нибудь уже подружиться, потому что вот именно на этапе существо я так хорошо научился всех убивать, что просто... Ой, стоп. Восьминожка. Ну, у него и дамаг. Эстон, ты не воин, ты херня. Так, все, у всех трубки. Гоу. Го-го-го, пацаны, го-го-го. Все, сейчас подружимся. Короче, тактика была такова. Поскольку рейндж плевка отравлением был... они, видимо, эти... всеядные, видите, они таскают какую-то хрень с деревьев. Так, окей. Сейчас. На кнопку 3, отлично. Сейчас будем знакомиться. Дружиться, общаться. Нажимаем. Ду-ду. 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 Просто прекрасная игра. 10 из 10. Ну, прикольно. Наверное. Ну и что? А еще? Нет, стоп, а можно же еще выше с ними, как бы. На еще выше уровень общения. Прикольно звучит. Только сзади, как бы, вот эта штука, которая мне не нравится. Я ее боюсь. Давай. Все, отлично. Прямо постоянно коричневые ваши союзники, отлично. Так, что теперь мы с этого получим? Какие-то из этого, из корпорации монстров, как его там звали? А, мы получим апдейты на оружие, отлично. Армор, новый армор, там броничка. Что? Воу, тотем. Поселение коричневых стали вашими союзниками. В память об этом знаменательном событии они подарили вашим подопечным новый фрагмент для тотемного столба, а также поделились своими инструментами и снаряжением. Теперь их можно приобрести в меню племени. Но если они уже поделились, то зачем мне приобретать? Ну ладно. Уу! Тотем! Класс! А сейчас я хочу воевать. Я хочу показать свои навыки. Блин, надо было мне показывать свои навыки на этапе существо там. Я так не рассказал тактики. То есть издалека, короче, втроем, вчетвером, вдвоем, в одного отравляешь, плюешь. Сейчас. Племя развивается. Теперь у вас есть хижина побольше. И максимальное количество... Ого, 9. Максимальное количество... Ой, число существ 9. Это круто. Еще 3 можно замутить. Я не голодный, кстати. Вот, поселение розовые. И они со мной это самое. Ну, негативно ко мне как бы. Так, идите ешьте кому надо. Сейчас все сожрут, я уверен. Сейчас надо идти добывать еды. Войны. Блин, вот главное едят-то все. А голодный-то один. Так вот этот. О, гляньте. А, так они уже достаточно развитые, чтобы греть пищу. Хорошо, окей. Теперь берем всех этих идиотов. Берем палки. Так, а что это за штука? Ну-ка. Ладно, окей. Какие детеныши. Что это за хрень? А, да их тут уже, короче, поломали. Привет. Ну, конечно, урон не очень большой. Ну так вот, насчет тактики. Издалека, короче, как бы, как РДД с рейнджем. Плюешь вот этой херней, они, как бы, и на тебя агрится только тот, в кого ты плевал. И он идет к вам в толпу, где вы вдвоем или втроем, как гопники, короче, заманиваете его. И убиваете вне гнезда. И вот так вот по одному. Убиваете. Я там очень много этих племен
Эй. Калавросия. Калавросия воин. Отлично. Я так очень много племен. Что это с ним? Квина. Очень много племен. А, разурошарал. Изуродовал. Раскурочил. Итак, сейчас... Так, все, вы все принесли? Еды принесли, можно сделать детеныша, во-первых. А во-вторых, что это? Дудочки? Нет. Остроги. Остроги ловить больше рыбы в омутах. Рыбу ловить. Окей, рыба, это интересно. Сейчас посмотрим, как надо будет ловить рыбу еще. Хорошо. Сбор пищи 4, общение 4. О, отлично. Че у меня там был колпак, да, для сбора пищи? Колпак убираем. Ставим вот эту шляпу. Стоп. А че она? А, вот. Хе-хе! Шляпа! Уи! Ня-ня. А, оружие, общение. Да ладно, не надо мне это. О. Чудо-броня. 5. Ну, стоп. То есть вот, а если я это сниму, то ничего не изменится, да? То есть как 5 было, так останется. А, ну тогда возьмем на общение. Или на оружие. А есть? А, вот, на здоровье есть такие. Давайте на здоровье. Какая-то хрень на голове. Ну ладно, окей. 25. Ух, какая дорогая. Ну зато сбор пищи, погоны. Да ладно, все, короче. Пока что все. А-ха-ха, прям, похожи они на меня, короче. Че это с ним? А-а. Так, отлично. Теперь мы можем рыбачить, короче. Так, как насчет порыбачить, бро? А вон, они уже взяли, они уже взяли рыбацкую хрень. А этот мой дружище пошел добывать еду, но сейчас ему придется схлестнуться, кажется. С засоснем. Слушай, засосен, ты по-моему, сейчас будешь отсосен делать. Как девка, чувак, как девка. Окей, глянем, как можно... Все взяли остроги. О! Я... Нет, они не агрессивные, окей. Как рыбу? Рыбу ловить. Как юзать удочки? Что это? Замечен враг, нападение чужого племени. Че, серьезно? Где? А, вон, идут. Ополчились топоры! Будем сейчас давать люлей. Вот так вот. О, кстати, вырос чувак. Ты тоже бери топор. Коль взрослый уже. Ну что, блядь? Готовы? Не-не-не-не-не. Мы с ними... извиняюсь. Ну, коль мы с ними уже враги, давайте все-таки завалим их. Только вот почему-то все остальные просто стоят и смотрят. Какие-то они не очень командные игроки, я бы сказал. Ну ничего. Ну все. Да какие-то они слабые. Моим там. А, ну вот. Арма Алекса. Ну, короче, все били вождя, это очень круто. У него в очке уже 3 или 4 стрелы. У него 20 хелов, я думаю, он выживет. Ну чё, забираем еду? А, или. Или я их даже есть не могу, этих бомжей. О, гляньте. Замечены дикие животные, пищевые припасы в опасности. А, видите, даже. Засосень, давай-ка ты не шути, окей? Все равно получишь сейчас. Ну-ка, иди-ка, вломи ему. Давай, с левой. Па! Давай, справа. Па-па! Слабак. Так, вождь. Хелл. Так, нет, здесь пока. Но у детеныша делать не буду, потому что припасов и так немного. Что? Что ты вопрос? Клади. Нет, не есть. Клади. На. Воевать он так сразу. А чё они еду-то не кладут? Веселимся, ребят. Так, собираем еду и сейчас пойдем... Нападем вот на то племя.
Топ-бабах! Топ-бабах! Эй, топ-бабах! Вы хотите? Вы хотите ПВП? Ну давайте! Еду-то заберите! Ну и несите ее! Или что, в чем проблема-то? Ну? Несите еду! А, вот. Это что? Эстон, ты настолько тупой, что... А, вот все, отлично. Все поели? Нас уже много. Семеро. Замечен враг. Опять? Вон, на меня зеленый выдвинулись. А ну окей. Отобьем вот эту атаку и закончим, я думаю. Я должен отбить ее эпично! Эпично отбить! Пич! Сейчас, секунду. 32. Я думаю, мне хватит на какое-нибудь оружие, там, какое-нибудь улучшение, потому что у меня... Здоровье. Да нет, у меня очень мало атаки. Сбор пищи. Ну да, вот насчет сбора пищи у меня очень много на. Оружие общения. Маска, шапка. Ну давай маску какую-то. Я не знаю, как там ее надевать. Я надену ее на жопу. Маска на жопе, почему нет? Няшная маска. Маска. На очке. Посмотришь, испугаешься. Окей. Опять эта херня. Тот. Все, сейчас я их затопчу просто. Просто. Топоры. Свернули удочки, взяли топоры. Все готовы. Все сытые. Они на подходе. Они уже на подходе, друзья. Нет. Не дружить, конечно. Долбить их в очко. Вот гляньте, вот у этого воина не очень много хелп, поэтому его, скорее всего, надо будет спасать. Или не надо будет? По-моему, вообще всем нас... А, блин. Молотки надо юзать, что ли? А, так надо тыкать один. А я думал, они типа на автомате. Ну, потому что тут выбора-то нет. Сейчас надо юзать. Ну да, они, в принципе... Я думал, они... К автоатаке дамаги прибавляют, а они, оказывается, нет. На-ха-ха! Чемпион! Видали? Видали, как могу? Так, чувак, вот ты. А, ну ты не голоден, да? Тебе просто отхилиться надо. Ну, красавчик, красавчик. Я подружился с первым племенем и отбил нападение двух других. По-моему, это прекрасно. А, рыбачить вот здесь можно. Да, вижу, все отлично. В следующей серии мы обязательно порыбачим, друзья. А здесь мы закончим. Если вам понравилось это видео, можете подписаться на канал, ставить комментарий, поставить лайк. Всем удачи, друзья. Всего хорошего и пока.